Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Торговая сессия понедельника. День незначительной коррекции по индексу доллара, по рисковым инструментам. Только лишь технические факторы и желание трейдеров, возможно, перед осознанием и пониманием все еще насыщенного фундаментального фона, который может внести свою лепту в динамику текущих активов, многие трейдеры просто реально решили пофиксить то, что есть. Друзья, не знаю, вы их ли в числе, но все-таки по тенденциям, надеюсь, ранее мне удалось вас убедить в том, что американская валюта не просто так остается аутсайдером рынка. И то, что происходит сейчас, это только начало еще более мощного трендового движения. Я не забегаю настолько вперед, как делают многие инвестбанки, прогнозируя вообще чуть ли не пятилетку грядущую слабости американского доллара, в результате которой индекс американская валюта окажется на исторических минимумах чуть выше 70 пунктов. Я придерживаюсь и руководствуюсь скромных ориентиров. Во-первых, нам нужно сделать цель пробить поддержку 90 пунктов, и если в рамках первого полугодия 2021 года уже нам удастся еще срезать процентов 5 с индекса доллара, вот это будет уже самой настоящей победой, можно будет успокоиться и начать, наверное, с моей позиции лоббировать идею того, что нужно покидать расположение этого инструмента. Пока я этого не делаю, друзья, я абсолютно уверен в том, что индекс американской валюты окажется на еще более низких ценовых значениях. Мы готовимся к предновогоднему ралли. Традиционно каждый год, этот год точно будет чем-то необычным, потому что 2020 год, исходя из всего, что мы обсуждаем, это что-то нетривиальное. Поэтому я допускаю то, что предновогоднее ралли этого года может по волатильности превзойти все прочие. Я, друзья, продолжаю вместе с вами следить за ситуацией с коронавирусом. К сожалению, во многих регионах по-прежнему исторические показатели, рекордные уровни по суточному приросту заболевших. Это тут же подталкивает на мысли все-таки усиление карантинных ограничений, мер, локдаунов и так далее. Подавленная экономическая активность – это лучшая характеристика всего, что происходит сейчас в мировой экономике. Мы помним День благодарения, когда люди встречались в Штатах, поскольку, ну, самое, мне кажется, объективная статистика сейчас из США. После Дня благодарения количество заболевших стало стремительно расти. Я клоню к тому, что после новогодних праздников в январе обстановка может стать еще хуже. Энтони Фаучи, который является главным экспертом правительства США по вопросам коронавируса, отметил действительно, что январь будет крайне мрачным периодом. И это значит, друзья, то, что все те, даже плохие отчеты, которые мы ранее получали, они могут ухудшиться еще в разы. Это значит то, что у Конгресса США, у ФРС не будет иных вариантов, кроме как сделать все возможное, но согласовать и смягчение монетарной политики, это, разумеется, прерогатива ФРС, и принять фонд бюджетного стимулирования от Конгресса. Кстати, на этой неделе Конгресс обещал обеспечить временное финансирование, собственно, до конца года, тем самым дать сигнал именно для тех, кто следит за всем, что происходит на финансовых рынках, да и, наверное, всей американской экономике, что они готовы выделять деньги. Основные пакеты финансовой помощи, скорее всего, друзья, это уже перспективы 2021 года. Но ничего, мы умеем ждать и дождемся непосредственно этих новостей и того, как на все это отреагирует американская валюта. На этой неделе, кстати, у нас еще один важный отчет. В четверг, как вы помните, данные по инфляции. Разумеется, индекс потребительских цен с вероятностью 99% покажет прирост. Как эту статистику анализировать, я вам много раз уже говорил. Рост инфляции сейчас – это как раз доказательство того, что денег было влито в экономику в последний год настолько
настолько много, что сдержать уже именно, наверное, искусственный разгон потребительских цен уже невозможно. Это не значит, что инфляция будет расти какими-то дикими темпами. Нет, этого не будет. Но самое главное, в условиях, когда, по идее, потребительская активность должна была оставаться на крайне низких значениях, траектория роста цен, инфляционного давления, она уже остается, ну, она все очевиднее становится кривой. И сохранение такой тенденции дальше, друзья, будет лишь усиливать мои ожидания того, что доллар окажется и будет еще слабее. Ну и, разумеется, еще по факту работы с рисками инфляции я рекомендовал смотреть на золото, которое 1870, друзья, уже сейчас Citi снова актуализировали свои цели, 2100-2200 на перспективу 6 месяцев. Я думаю, друзья, то, что вот в период ожидания предновогоднего ралли мы реально сможем добраться до 2000 в рамках оставшихся дней 2020 года. Евро против доллара 1.2114, ждем заседания Европейского центрального банка, ждем новые меры экономического стимулирования, улучшения прогнозов экономического роста и усиление оптимизма, который поддерживает курс главной европейской валюты. В начале 2020 года меры стимулирования от ЕЦБ уже оказывали мощную поддержку евро против доллара. Я жду, в принципе, такой же реакции сейчас. Фунт против американского доллара 1.3353. В рамках вчерашней азиатской и европейской сессии британская валюта просела на 200 пунктов. Это стало реакцией трейдеров на совместное заявление Еврокомиссии и Англии на то, что соглашение по-прежнему нет. И Джонсон фактически пригрозил выйти из соглашения в течение нескольких часов, если ЕС не откатит свои требования по поводу этой сделки и не начнет, опять же, на конструктивной ноте обсуждать условия будущего торгового соглашения. Это самые настоящие обвинительные заявления, которые звучат и со стороны ЕС, и со стороны Англии взаимного порядка, что нету прогресса, никто не идет на уступки, никто не заинтересован, опять же, в заключении вот этого всеобъемлющего торгового соглашения. Я думаю, друзья, вы, так же, как и многие прочие трейдеры и инвесторы, устали уже от вот этого перетягивания канатов. Есть позитив, нет позитива. И такое ощущение, что с нами, как с трейдерами, играют вот в эти политические игры, заставляя реагировать на вот эти новостные спекулятивные вбросы. Друзья, я много раз вам говорил, что так оно и будет. Но не нужно реагировать на весь этот новостной шум. Определитесь с направлением, с которым вы будете дальше работать. Я думаю, что времени настолько мало уже, чтобы заключить соглашение, что, скорее всего, уже просто проще плыть по течению, признать тот факт, что сделки, скорее всего, уже и не будет. Жесткий Brexit – это предпосылки для снижения британской валюты. И я, друзья, может быть, один из немногих трейдеров, которые сейчас рассматривают все-таки фунт с позиции продаж, ставлю на то, что британская валюта реально сохраняет еще потенциал уйти ниже отметки 1.30. Биткоин 19199, Bloomberg опубликовали обновленный прогноз, то, что биткоин может легко вырасти до 50 тысяч, капитализация выше 1 триллиона из-за колоссального интереса со стороны инвесторов, бла-бла-бла. Друзья, мы такое слышали уже. Кстати, мне очень интересно ваше мнение. Считаете ли вы, что ралли оставшейся части декабря может привести к росту биткоина выше 20 тысяч? Если вас интересует моя точка зрения, я думаю, что какое-то время, долго, мы, скорее всего, будем консолидироваться вблизи текущих значений и существенного роста выше двадцатки уже не произойдет. Ну, не в ближайшие, на мой взгляд, 3-6 месяцев. Новозеландец против доллара 0.7039. Здесь ждем прежнюю цель 0.72. Пока все без изменений. Нефть 48.47. Друзья, идет коррекция. Я рекомендовал присматриваться к коротким позициям, потому что решение ОПЕК удивило. Рост добычи на фоне падения спроса, мне кажется, это то, что будет еще больше рассинхронизировать показатели спроса и предложения. Ну, пора бы уже, конечно же, сдуть нефтянку. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии и до завтра. Всем пока.